Особенностью этого перекрестка является наличие островка безопасности. На нем имеются все необходимые знаки, и не заметить его можно лишь по собственной невнимательности. Видимо, это и произошло с водителем Kia. Поняв, что он пропустил нужный ему поворот, он стал сворачивать, миновав этот самый островок, и оказался на пути Nexia, которая ехала в левом ряду. Говорит, пропустил поворот, решил повернуть налево, не посмотрел, не заметил, видимо, в зеркале меня. Вот. От удара левое колесо автомобиля Kia отлетело на противоположную сторону перекрестка. Несмотря на пробитое колесо, Nexia продолжал движение в прямом направлении и уткнулся в бордюр. Возможности не было объехать, только вот прямо, прям не до стороны торможения не помогло вот въехать. Полная страховка есть только у владельца Kia, а вот водитель Nexia после того, как осмотрел повреждения своей машины, решил, что будет ее продавать. Артем Агалаков, Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24. Бандитский Петербург. В выходные. На телеканале «Эфир».